Всем привет! С вами студенты из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина, опорного вуза региона, Виктор Соколов и Ангелина Арбузова. И мы начинаем новый выпуск программы «Сделано в СГТУ». Ангелин, а ты что-нибудь слышала про биткоин? Да, в последнее время о нем слишком часто говорят. А почему ты спрашиваешь? А потому что в Ирбисе прошли дебаты, посвященные такому актуальному вопросу, как биткоин – мыльный пузырь. Думаю, интересно будет посмотреть, какие аргументы привели обе стороны в этом споре. Институт развития бизнеса и стратегий организовал выступление участников дебат-клуба «Школы бизнеса». Речь зашла о биткоине, первой в мире цифровой валюте. Для участия были приглашены обучающиеся студенты, увлеченные криптовалютой, и специалисты в области финансов и электронных технологий. Новые технологии всегда несут в себе какие-то сложности, и мы хотим, чтобы люди разбирались в этих сложностях и приходили в эту систему подготовленными. Цель игры, организованной в подобном формате, доказать точку зрения команды и перетянуть зрителей на свою сторону. Я впервые участвую в подобных дебатах, к тому же ограниченных как по времени, так и по функционалу. Вот, мне, в принципе, очень понравилось. В процессе соблюдался строгий регламент. Участники здесь – спикеры, представляющие команду отрицания или команду утверждения. У каждого спикера своя роль и цель, однако команда стремится к общему результату, и все ее действия согласованы. Это тонкая стратегия, в ходе которой предстояло не только отстаивать интересы своей команды, но и искать бреши в утверждениях противника. За обеими сторонами сегодня стояли именно те люди, которые занимаются криптовалютой, созданием, исследованием, изучением и продвижением этой истории сегодня, как просвещение. И очень было сложно той команде, которая отстаивала позицию против, потому что это ребята, которые занимаются именно криптовалютами. Быть зрителем такой игры не менее интересно, чем быть участником. Наблюдая за противостоянием двух сторон, можно неожиданно для себя посмотреть на тему дебатов по-новому. Спор о том, является ли биткоин мыльным пузырем, сейчас как никогда актуален. В ближайшее время они придут, эти криптовалюты, и чем раньше ты узнаешь о них что-то, тем больше ты будешь вовлечен, тем больше ты как бы инвестируешь в свое будущее. То есть участвовать в подобных мероприятиях, искать где-то истину, копать какие-то новые знания, чтобы было что высказаться в рамках темы, это очень актуально и это пригодится всем. Зрителями стали студенты и магистранты, то есть те, кому этот мастер-класс может реально помочь научиться виртуозно и грамотно оперировать фактами, защищать свои взгляды и мнения. Юлия Ершова, Кирилл Симонов. Сделано в СГТУ. Ну и масленица в этом году была. Чему так восторгаешься? Ну ты бы видел. Хороводы водили, блины раздавали, в конкурсах интересных участвовали. Да что я рассказываю, смотри сюжет скорей. Столбик термометра двигается вверх, настроение тоже повышается, аппетит разгорается. Саратовский государственный технический университет имени Гагарина отмечает масленицу и зазывает весну вкусными и ароматными блинами. Блинщина, объедуха, масленица – это самый веселый и ожидаемый февральский праздник. Открыли его сказочные герои – Зимушка-зима, весна, скоморохи и жители пяти стран, которые пригласили всех на масленичное гуляние. Задорные конкурсы, веселые песни и флешмобы – именно так гагаринцы проводили зиму. Здесь сегодня происходит масленица, это просто замечательный праздник. Тут можно получить такой заряд эмоций, который в обычный день точно не получишь. Водили хороводы, играли в ручеек. Короче, веселились. Не было отопления, наверное, надо как-то разогревать. Не обошлось без традиционного сжигания чучела. Попробовали вкусные блины и с нетерпением ждут весны. Дарья Никвенко, Владимир Винков. Сделано в СГТУ. Вить, скажи, а что тебе на 23 февраля подарить? Это секрет, но это точно не гель для душа и не носки. Ну, это правильно, ведь я считаю, что подарок должен быть оригинальным. А как считают наши преподаватели и студенты университета, мы можем посмотреть в сюжете. Сколько патронов в автомате Калашникова? 32, по-моему. Ну, пусть будет 24. 38. Не знаю, предположу, 10, наверное. Мне сейчас из-за ваших вопросов потом с военной кафедры отчислено. Ой, я не считала. 30. Ты знаешь, что такое подтянки? Конечно. Что это? Подтянки – это белый, ну, такой квадрат, хлопчатая бумага, ну, из хлопка, который вместо носков в армии, ну, на ноги. Да, конечно, это такая тряпочка, которая на ноги заворачивает. А для чего? Для того, чтобы удобно в кирзовый сапог заправлять. Ну, это раньше в армии были вместо носков. Портянки, могу предположить, может быть, это какие-нибудь подтяжки для штанов.
какие специфические? Ну, ткань, которая раньше была в армии, которую нарабатывали на ноги вместо носков, ну, сейчас чулки. Каково звезд подполковника больше, у капитана или подполковника? У капитана. Подполковника. У капитана. У капитана, наверное. Капитан. Подполковника. Три. Капитан, не помню. Больше? У капитана. Ну, я помню щит капитана Америки, наверное, у капитана Америки, ну, точнее, у капитана, потому что там звезда даже на щите была. Февраля, мне кажется, будет новый iPhone. А если с фантазией не очень хорошо, то можно подарить носки и бритву, но тогда вы тоже можете получить на 8 марта что-то не очень хорошее. Доширак. Внимание, забота, вообще хорошие отношения. Ужин вкусный, с мясом. Базальтопластиковые вантовые растяжки. Сорбенты для очистки различных загрязнений. Спектральный анализ металлических сплавов. Стой. Подожди, это все что такое? Это все научно-технические разработки ученых Энгельского технического института. Десятки научных разработок были представлены в День российской науки учеными Энгельского технологического института. Очень сложно представить себе учебу в ВУЗе без соединения учебы с наукой. Ведь мы должны готовить специалистов завтрашнего дня и ориентироваться на завтрашний день. В стенах Энгельского технологического института наука очень интенсивно развивается, несмотря на, казалось бы, очень сложную обстановку, санкции и так далее. Это дало, наоборот, определенный импульс для развития. Интерес вызвали самые актуальные проекты – базальтопластиковые вантовые растяжки, проведение спектрального анализа металлических сплавов, сорбенты для очистки водных поверхностей от различных загрязнений, в том числе от нефтепродуктов. Теперь на эту капельку нефти просто вот чисто схематично посыпаем этим сорбентом. Если вы видите, то нефть моментально была поглощена сорбентом. Теперь встает вопрос, как же этот сорбент убрать с поверхности водоема. Так как у нас здесь с вами присутствует железо, железо обладает магнитными свойствами, то один из способов удаления – это магнит. В рамках выставки состоялась встреча главы Энгельского муниципального района Александра Стрелюхина со студентами. Они обсудили вопросы дальнейшего развития института. Трудно переоценить значимость технологического факультета. Вот это. Специалисты машинно-аппаратно-химических волокон, пищевой промышленности, которая здесь готовится, технология машиностроения и многое другое – это те люди, которые работают на предприятиях, которые создают продукт, которые думают. Это интеллигентные люди, которые составляют основу нашего промышленного потенциала людского. В преддверии дня волейбола студенты института провели товарищеский матч с абитуриентами, выпускниками Энгельской школы, и выступили с инициативой организации спортивной лиги «Этим». Решили организовать отдельную лигу. В нее будут входить различные виды спорта, вот, и участие будут принимать так как школы, старшие классы, высшее учебное образование и среднепрофессиональное образование. Несмотря на то, что сборной института удалось забить больше мячей, как отметил директор ИТИ Роман Грибов, победила дружба. Дарья Нихенко, Владимир Леньков, сделано в СГТУ. Ангелина, ты любишь спорт? Конечно, ведь движение – это жизнь. К тому же это очень весело. Весело, но трудно. А я так не считаю. Например, нашим доцентам и профессорам, которые сдавали нормы ГТО, трудности нипочем. Они тоже отжимаются и качают пресс на время. Нормы ГТО сдают доценты и профессора Саратовского государственного технического университета имени Гагарина. Выполнить нормативы решились около 30 сотрудников. Максимально активно принимают участие как и молодые ребята, молодые специалисты, так и старшие преподаватели, люди в возрасте. Комплекс ГТО разделен на несколько направлений. Прыжки в длину, наклоны вперед из положения стоя, отжимания и пресс. Среди первопроходцев оказалась Ольга Ушакова, доцент кафедры радиотехника и телекоммуникации. Вообще я за здоровый образ жизни, очень люблю заниматься спортом. В частности, вот мое хобби – это танцы, такие современные танцы. Дух соперничества заменила дружеская атмосфера, а главной мотивацией была борьба над собой. Я специально целенаправленно готовился к этим соревнованиям, надеялся показать
лучший результат, ну, по крайней мере, в двух дисциплинах для меня, это пресс и отжимания. Я считаю, что людям нужно заниматься спортом, потому что это, скажем так, заложено в природе, в человеке. Ректор технического вуза Игорь Плевин наградил победителей и призеров спартакиады профессорско-преподавательского состава. Абсолютным чемпионом в личном первенстве второй год подряд стала Алена Егорова, старший преподаватель кафедры медиакоммуникации. Лучшие из лучших будут представлять вуз на региональных соревнованиях. Я думаю, что я начну уже прямо вот с сегодняшнего дня это делать. Пойду на каток, буду еще больше отжиматься, заниматься йогой, чтобы совершенствовать свою растяжку. Ну и учиться, главное, прыгать в длину, поскольку это пока мне не очень дается. Вот. Но самое главное – это побороть себя, заставить ежедневно приходить в спортзал, утром делать зарядку. Вот именно это, наверное, мне и поможет подготовиться. Сотрудники вуза доказали, что спорт помогает развиваться не только физически, но и является отличным стимулом для личностного роста. Так что студентам есть на кого равняться. Дарья Аникиенко, Владимир Леньков. Сделано в СГТУ. И все, что вам осталось сделать, это подписаться на наш Инстаграм и вступить в группу ВКонтакте. А с вами были студенты Саратовского государственного технического университета имени Гагарина, Виктор Соколов и Ангелина Арбузова. Всем пока!